Привіт тобі, величний народе, величні країни. 14:20 маємо на годиннику. Катерина Соляр, Роман Цимбалюк тут поруч з вами. І, значить, якщо ви поруч з вами, то ми тут будемо, давайте подумаємо, 14, 15, 16. Ми тут будемо 3 години з вами поруч. Отак от... Паталанело. Так. Чи то нам, чи то вам, чи то всім. От, і отак от поруч ми з вами проведемо і цю 572-гу добу нашого героїчного протистояння ворогу. Доба, коли тут і зараз кожен на своєму місці робить все необхідне для того, щоб допомагати Збройним силам України. Тому що у нас зараз як? Ти або в ЗСУ, або для ЗСУ. І якщо ти для ЗСУ, то, відповідно, ти відкриваєш фонд 24-го каналу, відкриваєш, дивишся активні збори, дивишся, що 61% ми вже зібрали на той безпілотник, який так необхідний нашим захисникам і нашій 79-й ОДШБ, і кажеш, так, в мене ще там є, десь на картках залишилися там гривня 2-3-5. В принципі, вони мені не для чого, тому що я їх використати не можу, а хлопцям точно знадобиться. Тому що, знаєте, як в дитинстві кожен з нас мріяв або говорив це, якщо у нас буде 1 мільйон друзів і у кожного взяти по 1 гривні, то це буде 1 мільйон гривень. То якщо у вас щонайменше 750 тисяч друзів, то по 1 гривні це буде 750 тисяч гривень, які необхідні нашим захисникам. От така от доволі проста математика. Класні у тебе? Ні, у нас... Друзі. Класні. Якщо у кожного взяти по гривні, то, в принципі, я гривню свою задонатила вже туди. Ну, трохи більше, то я за нас всіх. Але най буде. Мені не шкода. Ну що, друзі, гривню відправляємо. Ви пам'ятаєте про це. І, звісно ж, давайте розпочнемо з чого? З того, що у будь-якому випадку, коли ти прокидаєшся, то треба йти до своєї мети. Не в сенсі до мети, а взяти віник і домести, а до нашої спільної мети, до нашої спільної перемоги. І про цю саму мету сказав і президент України Володимир Зеленський, коли давав інтерв'ю 60 хвилин. Я коли побачила 60 хвилин, я так трошечки, знаєш, коли це президент України давав інтерв'ю 60 хвилинам, а потім зрозуміла, що це 60 хвилин Скотта Пелі. Ти так... хочеш сказати, що... Ці російські нацисти, вони навіть і назву вкрали. А що вони не вкрали, скажи, будь ласка? І мені здається, навіть коли ми кажемо... Вторинні, навіть в такому питанні. Так, мені здається, що коли ми говоримо вкрали, це навіть для них доволі така, знаєш, ніжна назва. Тому що вони не крадуть, вони крадуть. Так от, що сказав президент України Володимир Зеленський? Про те, що... Навіть якщо це менше півмилі або 100 метрів, ми повинні це зробити. Ми повинні йти до своєї мети. Ми не повинні давати Путіну перепочинку, тому що саме на цей перепочинок він сподівається. Тому що якось весь той тиждень тільки і розмов було, що про перемовини. І на кожному ток-шоу вони піднімали цю тему і говорили про те, що... Катя, ну, хто цю тему піднімав? Оце ці слова перемовини. Хто ж про це говорив? Ну, по-перше, про це говорив сам той, який традиційно сидить в бункері, але коли приїжджає Кім Чен Ын, то він вилазить з того бункера, тому що, я так розумію, що в бункері вдвох вони не помістяться, тому він вилазить до нього на поверхню. І там вони вдвох вже на поверхні розмовляють. Розпочав цю історію Путін, потім ця тема понеслася на ток-шоу Путін, а потім же ж Лавров, говоряща лошадь, також почала нити і скиглити про те, що вони то не в принципі тих самих перемовин. Там з Лавровим взагалі є цікава річ, тому що він прийшов до висновку, що насправді це не росіяни напали на Україну, це Сполучені Штати напали на біднесеньку Росію. І це так вони всі приходять до нових якихось таких висновків на фоні інформації про передачу Україні ракет «Атакамс», тактично навіть оперативного рівня. І рішення ще не оголосили, і щось мені хочеться вірити, що під час зустрічі Зеленського з нашим всеукраїнським дідусем Джозефом Байденом, він скаже: «Ладно, онуки, скільки вам штук віддати цих ракет?» «Скільки треба?» От, а ми скажемо, нам треба всі, плюс треба новий контракт на всі, плюс помножене на 10. Ну, тому що ворог серйозний і великий.
Як кажуть, скільки суконі треба для щастя жінці? На одну більше, ніж в неї є. От нам зброї треба настільки ж більше, скільки в нас є. І, до речі, та сама зустріч, вона ж має бути доволі скоро на полях Генасамблеї ООН. Ну і ще раз, знову ж таки, президент підтвердив, що щодня наші хлопці і дівчата в пікселі рухають вперед і робитимуть це навіть взимку, бо Україна не може гаяти час. І, каже, там, де погода заважатиме рухатися бронетехніці, значить, будуть летіти літаки. Якщо ми не можемо, не вміємо або немає на чому літати, то, відповідно, в цей самий момент будуть летіти безпілотники. Безпілотники, як ми бачимо, теж досягають своєї мети абсолютно прекрасно. І періодично якісь дуже добрі і невідомі нам безпілотники ніт-ніт та залітають на територію Росії і атакують якісь, знаєте, нефтібази. Як пише база, каже, безпілотник попытался атаковать нефтебазу Роснефти в Рязанской области. Откуда был запущен безпілотник, сейчас пытаются выяснить. Ну що ж, якщо пишуть, що пытался, значить, якщо пишуть, що точно нефтібазу, значить, точно якісь його уламки, частини, або ж і він сам Кать, туди долетів. Як тобі цей російський новояз? Якась недовершеність? Особливо, він вже як часто буває так. Значить, він питався, все знищили, а потім щось горить. Угу. Що горить? Незрозуміло. Вообще непонятно, вообще невідомо. Щось. Між іншим, от... От бачите, питався, як то кажуть, Storm Shadow дістатися до підводного човна Ростов-на-Дону, і нічого в нього не вийшло. Ні в якого Storm Shadow. Ну, буквально, от кажуть, там 2-3 дні, ну, максимум 2-3 тижні, ти і теж вони його поремонтують. Кать, ти це бачиш, і глядачі це бачать. Так. Ну, зразу ж видно, що не попали. Ну, не попали. Не попали. Кілька разів, що найменше. Там є у них такий генерал Боярышник. Вони, знаєш, як дуже так цікаво зараз цю історію з атакою на підводний човен, угу, який втопився в сухому доці. Це взагалі-то, ну, певною мірою російське ноу-хау. Як вони це пояснюють? Вони так, дуже так, знаєш, ну, була якась атака, куди, хто, не зрозуміло. А потім така фраза. А взагалі, якщо ми пропустили, якщо було зроблено пуск 10 ракет, як заявило російське фашистське міністерство оборони, це означає, що взлітало мінімум 5 літаків. І генерал Боярышник, він вже Андрій Гурльов, він такий, за що виходить? Ми пропустили взльот 5 літаків. А я собі таки думаю, звідки взялось 5 літаків? Бо як мінімум в перший день вторгнення вони перший раз знищили всю українську авіацію, другий раз вони її знищили в другий день вторгнення, а третій раз знищили в третій день вторгнення. І от вже ще так буде продовжуватися скоро, ще один рік мине, а самоліта літака вилітів стає все більше і більше. І це цікава тема, що вони так, знаєш, про Ростов-на-Дону і про Мінськ, вони так нічого не згадали. Бо переможеця всіх українців Оля Скабєєва, я спеціально подивився, вони жодним словом про це не обмовились. Ну, тому що всі були зайняті тим, що зустрічали Кіма і... Потім проводжали Кіма, потім, ну, напували Кіма, потім, а потім, значить, хотіли бути як Кім, хотіли мати потяг довгий, броньований, яким дехто пише, що Кім возить з собою власний гарем, можливо, певні російські нацистки хотіли, Кім, забери мене з собою, ну, не він прошло. Каже, куди я нікуди не їду. Знаєш, мені сподобалася вся ця історія з Кімом, який там, що він тепер, як кажуть, треба відстежувати ці зміни в Вікіпедії, знаєте, і там буде написано тепер там Кім Чен Ын, і там буде написано під час візиту до Росії подивився літак, випив водки. Ілі Боярышника. Я не знаю, що там було в рюмці, але тим не менше, Шойгу чимось пригощав там.
з'їв там ще якісь вареники з крабом чи пельмені з крабом, не знаю, чим вони там його пригощали. Ну, тепер це буде прописано в його особистій сторінці Вікіпедії. Ну, є чим пишатися. Все ж таки. Так, тут зрозуміло, чому так прискіпливо вони дивляться за Кімом, що він зробив, як він ручку підняв. Зазвичай російські, знову ж таки, пропагандистські ресурси використовують таке формулювання «болгари восхитились». Ну, в даному випадку всі восхищаються, вихваляють Кім Чен Іна. Чому? Тому що, щоб ти знала, Катя, давай. А, в принципі, ти-то точно знаєш, але я все одно тобі скажу. Ти тут про плаття, а я тобі про Кім Чен Іна. Угу. Так ось, справа в тім, що він остання надія Володимира Путіна, і він має захистити честь, гідність, і все, в принципі, там такого вже немає, ну, тим не менше. Він має врятувати Володимира Путіна і всю велику Росію. Найближчим часом має стати трошки менше. Так ось, який план? Значить, Кім приїжджає в Росію. Там вони восхищаються ним. Угу. Далі він їде назад в Північну Корею і, угу, правильно, тут починається саме цікаве. Він починає ядерну війну з Сполученими Штатами. І хто перемагає? Росія. Ну, от такий от план. Єдине, що мені не зрозуміло... Бо перемагати в тих війнах, в яких вони участі не беруть, вони дуже люблять. Мені просто дуже подобається, що вони зараз почали погрожувати Заходу, Сполученим Штатам, ну, і да всьому людству вже не своєю ядерною бомбою, а ядерною бомбою, яка начебто є у Кіма. І це, ну, об'єктивно така... Знаєш, колосальна зміна. Зараз мій старший брат підійде, да, да, мене ображати не можна, старший брат зараз підійде, і ну, там ми всі вже з вами як поговоримо. Давай долучаємо до нашого ефіру редактор видання The Insider Тимур Олевський з нами на зв'язку. Пане Тимуре, ми вас вітаємо. Я вітаю вас, привітаю. Я прям здивувалася зміні іміджу. Я думаю, точно Тимур Олевський, точно Тимур Олевський. Свої не сніму. Тимур, сніму ми тебе все равно узнали. Привіт. Да, привіт. Ну що, ми тут продовжуємо удивлятися тому, як проважали Кім Чен Іна, і як вони продовжують хвастатися Кім Чен Іновським оружием. Кім поїхав? Що по Кіму осталось на Росії? Тому що він там шапку увез, бронепояс свій увез, мабуть, літр водки увез. Може, свій увез, я бачив, як його грузили, да, в вагон. Може бути, навіть купив собі, не знаю, там, футболку з Путіним, з портретом. А что осталось в России? Я думаю, Путину придется скорее носить футболку с Кимом, теперь месяц не снимая. Потому что иначе непонятно было бы, зачем он приезжал. А, дело в том, что мы как раз писали об этом в «Инсайдере». В России многим кажется, что... Ну и на самом деле не только в России, и тем, кто следит за этим, кажется, что КНДР и Россия – лучшие друзья. Это вообще совсем не так. У КНДР и России суперхороших отношений никогда не было. КНДР сильно связан с Китаем, зависит от Китая. И идеологически, ну, строго говоря, КНДР — это страна больше похожая на Китай, чем Россия, потому что Россия построила корпоративный капитализм такого, знаете, формат первичного накопления, ровно такой, про который Карл Маркс писал буквально. А Ким Чен Ын, он строит коммунистическую диктатуру. Это не то, что прям... они, конечно, близки по духу человеконенавистничества и умения использовать людей как ресурс для достижения своих целей, поскольку нет там... Ресурс, который должен заменить отсутствие всяких других ресурсов. Но с точки зрения целей восприятия себя в мире и прочее, эти страны очень не похожи, Россия и КНДР. И поездка Кима, я думаю... Это поездка человека, который, ну, как бы продолжение китайской политики в России, китайской внешней политики в России. Что он привез? Вопрос вообще открытый, потому что никаких документов официально подписано не было. Мы не знаем, о чем они договорились. Мы понимаем, ну, это для этого не надо быть никаким аналитиком, что Россия покупает в КНДР оружие. Это видно на фронте просто. Скорее всего, в обмен
Ким Чен Ын получил какие-то технологии, которых до сих пор у него не было, и за нераспространением которых, кстати, следил Китай. Потому что, если вы замечаете, у КНДР появляются технологии старые советские или старые китайские, но они очень дозированно появляются. Китай очень строго следит за тем, чтобы Ким Чен Ын не стал страной, которая может легко, дешево и в большом количестве, условно говоря, грозить атомными бомбами Соединенных Штатов Америки. Например, это такой вид прокси-оружия, наверное, так можно сказать. В этом смысле неудивительно, что, как вы говорите, Россия там грозит миру КНДРовскими бомбами. И Китай тоже грозит миру КНДРовскими бомбами. Но грозить миру КНДРовскими бомбами, понимая, что если КНДР спустить с цепи, то она бросится и что-нибудь натворит, можно только при одном условии. Чтобы грозить тем, чтобы у них могут появиться эти технологии, но чтобы они до сих пор не появлялись. И пока они не появлялись. Могут появиться. Но вот что точно наверняка замечательно сказал, я думаю, что мог Ким Чен Ын пообещать Путину, и что Путин мог у него попросить, так это трудовые ресурсы. А Россия отправляет людей на войну. Как бы кто ни говорил о том, что неисчерпаемый запас этих людей, которых можно отправить на войну, он оказался, в общем-то, исчерпаемый. Это видно потому, что не хватает рабочих людей, которые что-то будут делать. А если не хватает людей, которые могут работать, значит, не хватает людей, которые могут воевать. Значит, те люди, которые есть, если они не в состоянии производить, то вероятность, что они могут воевать, тоже не очень высокая. Они могут, наверное, телами затыкать бреши, но воевать они могут примерно так же, как они могут работать. Людей отправили на войну, очень не хватает рабочих рук. В России огромная демографическая яма, чтобы было понятно, вот этот фетиш Путина, что нужно рожать людей, потому что Россия вымирает, должен был привести к, казалось бы, нормализации демографической ситуации в стране, но из-за войны Россия побила антирекорд. В России родилось младенцев меньше всего с августа 45 года. Это самый плохой результат с момента окончания Второй мировой войны. Люди, которые приезжают из Центральной Азии, сейчас опасаются это делать, или они отправляются на фронт, или опасаются это делать, потому что они не хотят отправляться на фронт. Вы знаете, что новых граждан, новообретенных граждан, так сказать, в Российской Федерации им паспорта вручают вместе с повестками. Это ноу-хау не очень нравится тем, кто приезжает сюда зарабатывать деньги, особенно учитывая, что в странах их исхода за участие в этой войне многим из них обещаны уголовные преследования. То есть они должны уехать в Россию, не имея возможности заработать и вернуться обратно в одну сторону. Это так себе идея. И в результате получается, что Ким Чен Ын, по идее, должен был договориться с Путиным. Я думаю, что они ездили и присматривали, где можно разместить волшебный миллион корейских рабочих, которые будут поднимать российскую экономику. На фронт этих рабочих нельзя отправить, корейских, потому что если корейские граждане КНДР с оружием в руках окажутся на передовой, вероятность, что они немедленно сбегут наконец-то из этого узилища и откроют новые сервисы такси в Киеве, очень велика. Поэтому, я думаю, Ким Чен Ын с миллион своих граждан, которых он строго следит, чтобы они не сбежали с оружием в руках на границу с Украиной, вряд ли отправят. А вот отправить их на работы в Россию вполне, думаю, может. Там они тоже могут сбежать. Тимур, я... Там сбегать просто не так много куда, понимаешь, в чем дело? Там как раз в том, почему они ездили по Приморью. Там с одной стороны КНДР, а с другой стороны Китай. Некуда убегать. Но если они хорошо побегут, то могут сбежать, конечно, да. Да. Я думаю, что эта опасность как раз единственная причина и препятствие для того, чтобы они там до сих пор не появились. Тимур, ты сказал, что в некотором роде визит Кима — это продолжение политики Китая. И... Я думаю, да. Я думаю, с разрешения Китая он поехал. Ну, в смысле, с согласования. Ну, это логично. Достаточно посмотреть, допустим, на такие опции, как товарооборот. КНДР торгуют в первую очередь с Китаем, ну и там масса других, в том числе идеологических моментов, о которых ты уже сказал. Но я хочу от Кима перейти все-таки вот к китайско-американскому аспекту, потому что вот мы видим новости, что Джейк Салливан
помощник по национальной безопасности президента США, встречался, соответственно, с главой МИД Китая. Вот как ты думаешь, какие-то, ну, скажем так, способы найти возможность остановить войну путем усмирения Владимира Путина, они могут рассматриваться или нарабатываться такие сценарии на переговорах такого уровня? Думаю, да. Я думаю, что переговоры — это самый главный дипломатический сейчас хит сезона. В отношении, я имею в виду, Российской Федерации. Не случайно же Путин даже на встрече с Кимом говорил о переговорах, как очередной раз напоминая, что он бы не прочь, чтобы Украина его на эти переговоры позвала. Я думаю, что разговоры о переговорах идут бесконечно. Знаешь, какая главная фишка в Z-среде по поводу переговоров? Какой нарратив, так сказать, если использовать это слово, разгоняется в телеграм-каналах? Очень любопытный. Что есть две партии, партия войны и партия мира. И партия войны — это Великобритания, которая хочет напасть на Россию и победить ее военным путем. Так вот, этот вариант для России самый приемлемый. А самый худший вариант для России — это партия мира. Это партия людей, которые хотят провести переговоры, которые позволят оставить Россию в блокаде, экономической. А экономическая блокада явно ощущается среди этих людей, потому что они об этом говорят как о будущем факторе краха Российской Федерации, русского народа и окончательного умирания идеи пересобраться в качестве империи. То есть если будет партия мира, так называемая, побеждать, если Путин согласится на переговоры, то Россию медленно задушат, и она никогда больше не будет сверхдержавой. Вот какая идея по поводу переговоров разгоняется в Z-среде. Ну, среди таких, знаешь, людей, формата фанатов Игоря Стрелкова, таких ультрапатриотов с национальным компонентом. Я думаю, что то, что эти люди пишут, ну, вот так буквально, это полный бред. То, что они боятся переговоров, понимают, что после переговоров санкции не снимут, Россия останется в изоляции, Россия не сможет перешагнуть в качестве единой страны империи долгие санкции, они это понимают. Даже если они не правы, они этого боятся. И это очень интересный момент. То есть получается, что Путин, который идет на переговоры, с одной стороны, должен всегда иметь в виду, что у него за спиной этот электорат, который его недавно критиковал и вместе с Пригожиным требовал, в общем, по сути, продолжения мятежа и говорил, что Путин плохо воюет. Вот эти вот люди за его спиной будут его за эти переговоры называть и считать предателем и обвинять во всем, чего не добьется на войне России дальше. Но это любопытно очень, мне кажется. Я имел в виду, что может так сложиться, с одной стороны, масса аналитиков и стратегов, когда смотрят на это не с точки зрения жизни конкретного человека, а так глобально, то приходят к выводу, что, понятно, теряют в первую очередь воюющие государства, то есть Украина и Российская Федерация. И да. То, что ты сказал о рождаемости, ну, вот один из критериев этого. И, мол, что таким образом выиграют большие страны, США выиграют, тут у них там ВПК работает днем и ночью, Россия становится зависимой от Китая. И вот вопрос мой такой, что вот видишь ли ты, что чтобы на каком-то этапе, условно говоря, был создан какой-то ситуативная ситуация, когда и в Пекине, и в Вашингтоне скажут: «Володя, ты нас уже просто задолбал. Это нам мешает жить. Нам не нравится, когда нам постоянно грозят ядерной бомбой. И вообще мы все, мы конкуренты, партнеры и соперники одновременно, но все равно и Пекин, и Вашингтон, это же все равно за созидание. Они не только ракеты делают, машины, утюги, ну и так далее. И, соответственно, такие вот формулы, когда есть кто-то бешеный, его, наверное, надо бы и усыпить». Я понимаю тебя прекрасно. Смотри, это такой вопрос, ответ на который требует прям очень хорошей экспертизы на тему внешней политики Китая и США. И у меня ее, правда, нет. Но
Если рассуждать просто из информации, известной из новостей, и попытаться просто логично ее, логическим способом ее проанализировать, то получается вот что. Китай кризис и глобальное соперничество США сейчас должно, по идее, отойти на второй план. А на первый план должна выйти желание договориться с США, чтобы глобальный кризис не обрушил Китай. Это не нужно ни Китаю, ни США. Если Китай и США перестают грозить друг другу войной в Тайване, на какое-то время объявляют перемирие в области глобальной конкуренции, перестают пытаться хотеть построить два, а не один полярный мир, и Китай просит США им помочь в том, чтобы не рухнула вся эта конструкция, в этот момент они договариваются, что больше мы не враги, хотя бы на некоторое время, то в этот момент, конечно, и Китай, и, ну, если и Пекин, и Вашингтон в этот момент говорят Путину, у нас тебе пора заканчивать, у него просто не остается вариант. Проблема же в том, вся Путина и вся его внешняя, вся его внутренняя политика даже сейчас так выстроена, что он объясняет, что на самом деле мир стал двухполярным, благодаря России удалось втянуть Китай в эту историю. Китай за нас, Индия за нас, глобальный юг за нас, есть глобальный север, глобальный юг. Мы теперь как бы идеологические лидеры этого другого мира, и мы можем конкурировать с США, они нам помогут. Но если этот глобальный другой мир скажет: чувак, ты не понял, мы тут вообще не собираемся ни с кем конкурировать. Нам нужно переделить немного деньги и подтянуть свою экономику. Не до тебя сейчас, конечно, ему деваться некуда будет. Может ли такое быть? Не знаю. Но когда приходят новости из Китая о том, как развивается кризис теневых банков, вообще как развивается банковский кризис в Китае, как реагирует Си Цзиньпин, ищет внешней помощи или пытается решить проблемы внутри страны тем, что готовится к маленькой победоносной войне, вот это, мне кажется, невероятно важно. И все новости из Китая и из Индии сейчас — это новости про Россию и про Украину. Просто их надо понимать, как трактовать, и тут, что называется, тебе не меня надо спрашивать, а я сам с удовольствием об этом у нас на страницах нашего издания почти ежедневно спрашиваю у людей, которые в этом разбираются неплохо, потому что это правда очень важная история. Тут я абсолютно с тобой согласен. Еще вопрос, который, по крайней мере, на этих выходных очень волновал социальные сети. Что с Кадыровым? Потому что в Кремле отказались комментировать состояние здоровья Рамзана Кадырова. Спикер Кремля, тот, который говорящие усы Песков, заявил, что Путин не встречался с Кадыровым в последнее время, хотя ранее в СМИ была информация, что Кадырова видели как-то у Путина и что у него проблемы с почками. Говорят, как будто бы пересадили, не прижилась и будут делать вторую операцию. Тем так, не менее. Как тебе вообще вот это вот? А всем бы хотелось, чтобы Путин поскорее с Кадыровым встретился, да? И все они вместе, взявшись за руки, обнялись Кобзоном. Но мы не знаем, что с ним точно. Есть заявление одного из главных оппозиционеров Рамзану Кадырову в Европе, Абубакара Янгулбаева, который написал: «Кадыров умер». Я думаю, что он несколько как же это правильно сформулировать? Немножко раньше это написал, чем это произошло бы на самом деле. Думаю, что Кадыров жив. В этом смысле верю больше Алексею Венедиктову, который высказал сегодня ровно эту же мысль. По-другому он сообщил, что Кадырову делают гемодиализ ЦКБ, который преуспел в проведении гемодиализа еще со времен болезни почек Андропова. Так, он витиевато выразился. Понятно, что Кадыров болел в последнее время. Сейчас уже, я думаю, об этом можно говорить точно, а не приблизительно, потому что те огромные количество источников, которые говорили, что Кадыров болеет, по отдельности выглядели так, как будто они друг у друга это узнали и пытаются выдать желаемое за действительное. Но сейчас более-менее очевидно, что они были правы. Болезнь ли это почек или чего бы то ни было, мы не знаем диагноз. Можно предположить, опять же, осторожно, предположить, потому как менялся внешний вид Рамзана Кадырова, что это действительно могут быть болезни почек,
что ситуация критическая, мы можем себе предположить тоже, да, но судя по тому, что когда, если Песков говорит, что Кремль не комментирует, значит, дело, видимо, плохо. Это как если Картополов не говорит, говорит, что не будет мобилизации, значит, точно будет. Примерно то же самое. А если бы было все отлично, то, естественно, его показали. Этот большой стиль показывать, чеченский, кстати, большой стиль, показывать тяжело болеющего человека со спины, делать вид, что он еще жив и с нами. Мы недавно видели эту историю на истории ранения Адама Делимханова, которого из разных видеокадров нарезали в каком-то странном положении, так, чтобы лица было не видно, тело было не видно и всего остального. То есть думаю, что все тоже так. Сможет ли он пережить то, что сейчас не происходит, неизвестно. Я не знаю, кто знает, но это только врачи-то. То, что в республике на хозяйстве другой человек, тоже понятно. И я вам так скажу. Мы на всякий случай не только некролог написали и обновляем, как положено для каждого большого политического деятеля в каждой большой редакции иметь некролог, но и на всякий случай написали несколько биографий людей, которые могут прийти на смену Кадырову из числа его окружения. А там, я вам хочу сказать, есть люди хитрые и просто очень жестокие. Не все из них такие хитрые, как Рамзан Кадыров. Вот, например, про Адама Делимханова, безусловно, очень хитрого, искушенного в российской политике человека. Чеченцы говорят, что он давно и долго пытался представлять на месте Кадырова своего сына. И этот такой вариант очень стабильный, потому что он не только очень жестокий человек, но и, в общем, опасный, умеющий работать внутри российской системы, хорошо понимающий Чечню и так далее. А есть, например, другой человек, Даудов Лорд, его премьер-министр Чечни, если я не ошибаюсь сейчас, которого говорят, что он значительно более простой человек, чем Кадыров, не такой искушенный в российской политике, просто очень жестокий. То есть кровью залить может, заставить людей не поднять голову в момент, когда с Кадыровым что-то станет известно, и там, начать какой-нибудь мятеж подавить любой. Но таким долгоиграющим искушенным политиком быть, наверное, не сможет. Вот мы как раз вот сейчас в этом разбираемся и про это пытаемся, поняв предварительно какие-то материалы, готовить, потому что может так получиться, что в любой момент это понадобится. Так интересно ты сформулировал насчет некрологов. Я сразу подумал и решил спросить, а если у вас некролог на Владимира Путина, на Дмитрия Медведева и других наших... Знаешь, на Медведева бы я сам написал с удовольствием, а на Путина нет, мы не писали. По крайней мере, я об этом не знаю, но я тебе точно могу сказать, что если это случится, то из сердца польется. Такие вещи даже писать заранее не надо. Да, чтобы... Тысяча слов, как стакан воды выпить будет. Но я хотел вернуться к Рамзану Ахматовичу. Ну, то есть я, если честно, вообще не сторонник вот этих вот подходов, что вот там кто-то умер, куда-то улетел. У нас и Шойгу хоронили уже, и Герасимова хоронили. Я считаю, что это да, это только очень сильно отвлекает, на самом деле. Да, но... Вот вопрос... показывает сразу, видишь, это такой стресс-тест системы. Сразу видно, кто хочет, чтобы умер. Да. Просто тут Институт изучения войны начал писать о том, что там паника из-за слухов по поводу состояния здоровья главы Чеченской Республики в российском информационном пространстве показала, насколько Путин зависит от Кадырова. Вот в чем вопрос. Да, и... Но смотрите, у Путина никого не остается. Умер Пригожин, умер Кадыров. А может быть, у него там очень много очень надежных людей, но люди-то этого не знают. Или остается Золотов? И вроде как будто бы уже и не такой страшный Путин. Но вот это вот на самом деле, это такое испытание на появление в обществе мысли о том, что все возможно. Вот это вот испытание, оно для тирана очень опасно, конечно. А так вот, вопрос у меня такой. А если, ну, то есть мы прекрасно помним и Первую, и Вторую Чеченскую войну, и масса есть мнений, что... Еще большой вопрос, кто победил в этой войне, Чечня или Россия? Очень много таких вот мыслей по этому поводу. А может ли так случиться, что, ну, скажем так, политические оппоненты, да, вообще-то враги клана Кадырова, что они смогут какой-то взять реванш, и вообще эта ситуация разморозится? Ведь сейчас оно действительно держится все, ну, как, на штыках по факту.
Ну вот тут надо, конечно, очень осторожно насчет прогнозов. Вот почему. Смотрите, у Кадырова было очень много времени. И он сделал, как мне кажется, три вещи за то время, что правил. Во-первых, он в некотором смысле сломал хребет чеченским традициям, чеченском обществе. Мы об этом вот как раз недавно писали большой текст о том, как пытки и взятие в заложники, например, родственников жены или матери, которыми он практиковал регулярно, уничтожали чеченские традиции. Это первое. Второе. Своих врагов он за долгое время, которое у него было, либо уничтожил, либо взял к себе на службу. Какая-то другая третья сила должна взяться, которая и не присягнула Кадырову, и не повязана с ним кровью, и не уничтожена в Чечне. Есть ли такая? Я не знаю, я не уверен. Я думаю, что просто чеченцы, с которыми я разговаривал, больше надеются скорее на то, что любой другой просто будет не Кадыров. И их просто оставят на некоторое время в покое. Со всеми этими. Потому что, ведь понимаете, очень многие вещи, которые Кадыров устраивал в Чечне, они совершались только благодаря прихоти Кадырова. Они не требовали... их никто от чеченцев не требовал. Ни Путин, никто. Не Путин требовал, чтобы Кадыров решил, что он будет убивать всех геев в Чечне. Это Кадыров решил, что все народы могут иметь геев, а вот чеченцы не могут. Его никто не заставлял. Я уверен, что в Кремле Путин ему не говорил, ты должен расправиться со всеми своими геями, ты должен расправиться там еще с теми, с другими, с третьими. Он, то, что касается политической целесообразности там, или оппонентов, которые претендуют на власть или критикуют его за то, что он контролирует все деньги в республике, это я еще могу понять. Я даже могу себе представить, почему Кадыров устраивал жесточайшие репрессии в отношении людей, нарушающих очень простые законы, например, правила дорожного движения. Люди, которые ездят в Чечне на автомобиле, знают, что если они выбираются на автомобиль в Дагестан, а потом в ужасе возвращаются назад в Чечню, думают о том, что, может быть, эти репрессии не зря происходили, потому что там хотя бы можно ездить, а в Дагестане страшно. Хотя, конечно, не такие способы, знаете ли, воспитания своего народа нельзя объяснить ничем, никакими правилами дорожного движения, но он вот этим занимался тоже очень долгие годы. Но найдется ли там сейчас такая третья сила? Я не знаю, только чеченцы знают. У меня ощущение, что нет. Другой вопрос, что тех чеченцев, которые во время Первой Чеченской войны под флагами Джохара Дудаева воевали за свободу и независимую страну, их довольно мало, больше тех оппонентов Кадырова сейчас, которые поддерживают другой способ, как бы это правильно сформулировать-то, не кадыровский ислам, и они довольно радикальные люди. И вот в этом смысле может появиться другая сила. Но тут сразу появится сложность, потому что между двумя чеченскими войнами у чеченского народа был очень... тяжело переживал последствия войны, поэтому не нам судить то, что там происходило. Но в какой-то момент они действительно, как кажется сейчас, поменяли возможность построить государственность на соблазн быстро заработать деньги. Вот в 90-е годы они вообще этим славятся. Люди занимались первичным накоплением капитала и пропустили очень много шансов. А в этом смысле Украине повезло, например, значительно больше, чем России, потому что Россия, например, шансы на демократию тоже упустила в 90-е, а Украина, хоть и очень много всего случилось, но удержалась в этом смысле. У Чечни тоже была возможность построить какое-то общество демократическое, хотя, может быть, и не было такой возможности после руин войны. Но первичное накопление капитала победило. А сейчас, возможно, будет выбор между Кадыровым и, например, каким-нибудь серьезным движением салафитов. Как к этому отнесется Запад или там соседи вокруг Чечни, непонятно. Будет ли достаточное количество людей, которые могут поменять власть, чтобы отвязать ее от России в Чечне сейчас, после стольких лет правления Кадырова, я не уверен. Я единственное, на что, в чем уверен, в том, что и правда все ждут, что падишах
со своими странными прихотями, прямо скажем, оставит народ в покое и даст ему нормально жить, развиваться, залезать раны и хоть немножко прийти в себя. Вот на это, мне кажется, больше люди рассчитывают. И любой другой, если он не будет пытаться заниматься такой же дичью, как занимался Кадыров, когда у него просто приходила в голову идея, что чего-то можно и чего-то нельзя, и он бросался ее воплощать, он уже будет лучше для той ситуации, которая есть сейчас. Ну, будем смотреть за новостями, будем следить за сообщениями и... Болеть, чтобы ваш некролог, несмотря ни на что, вышел максимально в короткий срок. Было бы обидно написать его впустую, да. Тимур Олевський, редактор видання «The Insider», був з нами на зв'язку цієї години. Дякуємо вам за коментарі. І до наступних зустрічей в ефірі. Вам говоримо, побачимося за 15-20 хвилин. Зараз повітряна тривога, ви чули, пролунала у Києві, а не лише у Києві. Половина нашої прекрасної України зараз під повітряними тривогами. Зокрема, Чернігів, Полтава, Черкаська, Київська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Запорізька, Харківська, Донецька, Луганська і Сумська області зараз почервоніли. Я так розумію, що далі вона буде ширитися. Пов'язано, я так розумію, це з стратегічною авіацією, яка літає дуже близько до наших кордонів. Тому не чекаємо повідомлень про те, варто чи не варто нам зараз, знаєте, спускатися в бомбосховище, а відправляємося за дві стіни і в безпечні місця. З безпечного місця ми з вами побачимося буквально хвилин за 15.